Я хочу развеять миф, который коллега, я его много раз слышу. И слышу у нас тут, и в Украине слышу, и в России слышу, что мы европейцы. Это миф, мы не европейцы. Кто как? Мы дикари. Какие мы европейцы? Кто как? Вы знаете, я себя так и не ощущаю. Да, вы не ощущаете себя дома. А когда вы пошли в молдавский суд, вы себя уже не ощутите. Знаете, я там выиграла. Хуже того, у полиции. Хорошо, вы единственная в этой стране европейка. Нет, нас нет. Пойдете в полицию, вы поймете, что вы не европейка. Пойдете к чиновнику, вы поймете, что вы туда... Быть европейцем? Европейцы – это когда верховенство закона, это когда власть боится своего избирателя и бегает за ним. Его обслуживающий, это тоже обслуживающий боится, персонал. Потому что знает, что он хозяин в стране, он гражданин. Нам еще до Европы в том понимании цивилизационном идти.